В Великом Новгороде на проспекте Мира появились новые остановки. Коротать время ожидания автобуса теперь пассажиры будут в павильонах темно-серого цвета. Причем, как уверяет подрядчик, антивандальных. Анастасия Васюнова оценит новинку. На проспекте Мира продолжаются работы по установке новых остановочных комплексов. На некоторые из них жители могут посмотреть вживую, например, на этот, напротив дома номер 40. Он уже почти закончен, дело осталось за парой маленьких деталей. Площадка для остановки заасфальтирована, установлен сам комплекс. Осталось немного поставить мусорный бак и подключить светодиодное освещение. И хотя конструкция пока поддерживается небольшими подставками, для того, чтобы под опорами ровно застыл бетон, местные жители уже делятся мнением о ней с нашей съемочной группой. Ну так, она, конечно, хорошая, но немножко узковатая. Хорошая, удобная. Вот. Ну а старая, конечно, уже ветхая была. Да надо было давно это делать. Нравится дизайн. Нравится, что видно все, и от дождя можно укрыться. В конце прошлой недели вдоль проспекта Мира появились 4 таких остановки. Осталось еще 7. Их ставят по мере готовности площадок. Сам комплекс антивандальный и сконструирован так, чтобы защитить от непогоды. Привычных ларьков здесь не предусмотрено, зато увеличилась вместимость. Между тем, здесь уже предлагают улучшения. Установить рядом еще несколько скамеек, чтобы ждать автобуса было комфортнее. Я обратила внимание, вот идете вот в квартал, да, считаем отсюда до универсама. Вот ни одной скамейки нет для людей посидеть в возрасте уже. Вот видите, какая площадка большая, красиво, аккуратно сделано. Остановки заменяют по проекту безопасные и качественные дороги. Ремонтные работы в рамках него тоже не простаивают. Заменены бордюрные камни, на проезжей части уложен выравнивающий слой. Практически все карманы и пешеходные дорожки заасфальтированы. У нас также будут заменены все дорожные знаки, светофоры. Будут установлены на нерегулируемых пешеходных переходах, это 6 штук у нас на проспекте Мира, система динамической подсветки сопровождения пешеходов по проезжей части, пока и переходят, что в комплексе создаст более безопасную среду для всех участников дорожного движения. Напомним, ремонтные работы на проспекте Мира ведутся с апреля этого года. По контракту дедлайн у подрядчика 31 января 2022. Но, как рассказали в городском хозяйстве, закончить планируют до конца этого года. Анастасия Васюнова, Галуст Гивандян. Новости. Новгородское областное телевидение.